Делаем идеальный угол из каменного шпона. Каменный шпон берем. Если нам небольшой, опять же, объем нужен, то мы можем порезать его обыкновенным строительным ножом. Переворачиваем шпон, прикладываем линеечку, проводим несколько раз обратной стороной лезвия, ломаем листик. У нас получается два края, которые нужно состыковать. Мы берем обыкновенную наждачную бумагу и затачиваем край, можно на брусочки водить, и затачиваем край каменного шпона. Не обязательно 45 градусов, нужно именно острый угол. То есть 2-3 миллиметра стачиваем и делаем острый угол на каменном шпоне. Далее берем угол, прикладываем, обе стороны наклеиваем, состыковываем. И после того, когда у нас все приклеилось, проходим наждачной бумагой по краю угла. У нас получается идеальный угол.